Плевать, плевать, плевать. Продолжаем сражаться с Ордой. Ай! Куда мышку? Свинька Пеппа. Буду кем-то другим, а то меня слишком оскорбляли. Чего? Выгли за... Кто тебя оскорблял? Собаку. Кто тебя оскорблял? Не знаю, кто-то. Я буду ау. Ау. Найс. Тем вольки от его фалька. Это что не умеет делать ау? Нет. Вольки не выступают. Ай, мы это проходили, типа что. Мама. Волки выступают в цирке. Ну, в основном нет. Ну, не чаще. Ай, убились. Это мы уже знаем. Да, но лишний раз не помешай. Уф, 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 уф. Ого, тысяча? Или мне показалось? Да. О. Так, а откуда тысяча? Не знаю, это просто тысяча. Мясо, тиль. Туда нужен цирк. Помидор туда не нужен. Сюда силь, мясо, силь, туда, или наверх. Вот эти кстати с кого быстро идут. Так, один, одному нужен помидор, второму нет. Так, подожди, нам надо тому, кому нужен помидор. Капуста, стой, капуста, капуста. В чем дело? Мясо, мясо. Там уже есть туда. Смотри, камень пищи. Стой, стой, нет, стой! Я хотел купить, чтобы я проходить мог. Все поздно. Нельзя, эти же чили быстро отойдут. Скорее всего, ему надо будет первень делать даже. Да. Ты же забери. Да. Тарелки. Все, можно данного не тянуть. Зачем? Все нормально. Все нормально. Не трать деньги, прекрати. Да что ты прекрати? Мясо. Мясо. А, есть? Надо скинь туда мясо. Туда помет... А, нет, нет, да. Мясо, 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 мясо. Как купить? Да, на... ну, вот это я. А, ты покупать только можешь, я понял. Я на коляске? Да, ты инвалид. Мясо, 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 скорее, мясо, мясо, скорее. Так, помидор не нужен. Сыр. Капуста. Капуста. Потому... сыр. Так. Не-не-не-не-не! Ой, не тому. Этим двум сырам. Ой, сырами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, уа! Мясо, мясо, мясо. Тарелки. Грызть нас будет, грызть нас будет. Эй, хватай. Хватай, хватай, хватай. Мясо, 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 мясо. А, тарелку. Ага, дать. Кому нужно сыр и капуста. Когда будет сейчас сыр, или тогда нужен сыр. Сыр, 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 сыр. Другим можно просто отнести. Тарелку.
можно построить им. Стой, этому, сейчас этому отдаем, давай. Угу. Ну, мясо убирать. Бери вот эту. В смысле, помидорку бери. Ой, помидорка не нужна. И следующему надо наверху продать. Не, может, ему сыр, сыр, мясо. Я тарелку мать. Так, подожди, кидай. Ага, и булку. Другому сыр и бульку. Еще бульку. Это еще бульку, бульку. Отдельно. У нас нет. Жарим. Так. Булька. На, булька мяса. Булка. Так, вот у меня вон. Так, это оба перца. Сыр туда. Сыром кому? Так, сыр. Нету тут такого. Помидор и этот, да, он верхний точи. Кому-то берешь. Мясо, 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 мясо. Заделай там. Кому там надо заделать? О, помидор еду. Он субьет. Так, нам будет мясо. Одному сыр. Мясо, мясо. Забирай сразу на булку мясо. Забирай сразу на булку мясо. Ты ж мог сразу с булкой пойти и забрать. Это был. Вам булька, сыр, мясо. Ты кому стоит, кому дать? Ага, тому. Далеке. А, у тебя еще мясо? У тебя все есть? А что ты это не относишь? Так там, стой, нет, давай. А чем там... ты, а откуда на сыром? Это выкинуть можно, это давно у нас стоит. А. Мясо, мясо, мясо. Она убивает. А, ну все, вот эту. Мы богаты. Ой. Ту-т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 у. Тут две стороны дают. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Этот уровень проиграть надо. Оп. Да, 6. Зомби-яблоки двигаются медленно, наносят большой урон и требуют двух блюд. Ну да, скорее всего, это надо было нам с конца к началу идти. Где? И креветку надо жарить. Проверим. Да. А рыбу. Рыбу тоже жарить. Да. Так, грибы не надо, зачем ты взял? Убери их в сторону пока. Так, тарелку. Помидорку. А, помидорку тоже жарить надо. Помидорку тоже жарить надо. Если аккуратно, пожалуйста, да, да. Ты там, если что. Там все жарить надо. Он, помидорку, 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 бери. А, тебя нету? А где пускай мыть? А, все. Знаю, 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 знаю.
Помидорка. На помидорка с макаронами. Да. Вильху, 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 вильху. Там грибы надо. Грибы, куда ты ел? Я отдал яблоку. Ага. Куда мы? Так, тарелка. Раз. Два. Что там готово? Нам надо грибы с грибами отдать этому. Не... Вон, вон, бери внизу, вон грибы готовы, я обменяю с этими. Да, сюда нужно с грибы. Он креветку тоже забери, сейчас надо приготовить. Не стой, нет, нет, только не ему. Вниз, вниз, этому. А то он же что-то много урона наносит. Так, тарелка нужна. Мясо. Рыбу бери, мочки. И мы тебя пожарим. А, только не нужна. Ладно, пусть будет жарить, но не будет. А, вот как раз рыба нужна будет. Так, помидор никуда не нужен. Так, мясо, рыба. Мясо. Так, еще мясо и... Мясо. Яблоко? Угу. Так, рыба жареная. Нам с мясом надо это, перцу. Там тоже он все сломал, а перец все нормально. А там и надо креветку продать. Мясо. А, вон, забирай, давай. Мой. Ты пока же кинула, толкнула. Макароны. А, помидоры вот раз, подарки, которые мы порезали. Тихо. Помидоры жарить надо, да? Да. Мясо. Нет никого. Мясо. Помидор пожарить. Ну нет, пока не надо никогда. Макарон. Я закину. А, есть один такой макарон. О, помидоры есть. Да, на. Давай сразу отойди. Тарелки.
Нормально. Ну, там надо за рыбой быстро бегать. И макарон бери. Мясо. У нас нет мяса. Вот мясо. Макарон, 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 макарон. Так вот. Потом что-то начать надо будет. Макарон варит. Ну, или тарелки. Так, макарон. У нас нет еще одной макарона. Тарелка. Вот тарелка. Так, еще одна тарелка, да? Похоже, в тарелку все. Гриб мясо, хватай, хватай мясо, хватай мясо. А, все. Ту-т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 у. А этих надо давить. 580. Я варю рис. Зачем кнопка? Первый. Давай, начни. Нажми на кнопку. А, я убегаю на меня? Угу. А мне резать не надо. Пока, наверное, потом будет пилить и... Балуй. Ничего, на кнопку нажми. Так, давайте у меня, да? Хорошо. А, она переезжает. Мясо. Лица. Так, где-то два риса, да, или мне кажется? Кажется. Разве можно два риса сделать? Не знаю. Маленький. Чё, так, а здесь нету. А, да. Я чуть не упали, а воду. Можно упасть? Да, в середине. Ой-ой. Что это? Тарелки? Мне? Конечно, кому. Конечно. Так что? Так, давай еще это... Нажми кнопочку. Грибами я сделал. А, сковородки нет у меня. Кидай сюда, да вот же, готово. Убираешь сразу сковородку. Ладно. На тарелку. Давай. Бери, все пили. Так, музыки для... Давай, музыки. И сразу начинаем грелку. Грелки. Грибы. Куда-то пошел. Так.
Тут у меня хватает мяса какого-нибудь. Кнопка. Я что там котлю делает, не пойми где. Ты что? Какая-то рыба. Так, мне нужно с мясом, мне нужно с мясом, мне нужно собрать с мясом. Ось пойди. Ой-ой-ой-ой-ой, так вот, так вот, так вот, мне нужно, чтобы поскорее еще вот так вот. Тарелка не берется. Так, куда вот? Тарелку, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Да брось! Вон они, так. Дурачок! Вот ты, Вика, давай. Кнопка, кнопка, кнопка. А, у нас есть. Ну ладно, хотя бы я бегаю. А, это теперь не надо. Люк. А зачем? А, о. Люк. Так, приходи, я что же с вами. Сейчас. Люк. Это на пробке. А? Брокколи. Хорошо. Так, что это валить надо, а что не надо? Говори. А! Пока, сырок. Так, туда нужен брокколи, который улетел, между прочим. А на второй морковка, это и катушка нужна, окей. Приобеля брокколи. А что это? Морковь. Правильно ж? Ой, стой, 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 смотри. Кнопку нажимай, нажимай, нажимай. Кнопка. Ага. Нажимай. Ты что же можешь нажимать? А он есть сейчас. Так, классик один. А, нет, блёкаль, 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 давай. Не, это, ну, надо сельдерей. Ну, блёкаль. Ты не кидай так много, нас всё равно плохо будет. Блёкаль, блёкаль, блёкаль. А, да зачем? А? Зачем? А как? Я случайно. Хватай. Так, с картошки. Туда что? Надо брокколи хватить. А, не морковку? Брокколи? А, руккола. О, не руккола, а это сельдерей. И тот можно принести. Нажимай. Сельдерей на тот. А где тарелки появляются? Вон там. Ой, ну вот тут. А, хорошо. Картошку? Не, стой, мне туда перейти. Зачем? Я ж... А, ну. Картошку бери. Картошка. А. Ой. Морковка, да? Вот, морковка, да. А, нас надо все носить. Блин, я не тебе. Может, там они будут не сахарные? Это ты что кинул? Картошку. А, она не порезанная. Ты же только что оттуда кинул. А, у нас лука нет. Классно, когда там сейчас это. Маленький дело, скорее, да? А сюда сыр нужен был. Не, не картошка, а сыр сюда. И морковка, что это такое? Это, короче, мусор. Почему? Да стой! Такого не будет рецепта. А что ты делаешь, Валентин? Ну прекрати выкидывать! Вот ты не проверил! До конца! Ну, такого рецепта не будет, да, это ж наполнители. Да ты просто до конца даже не проверил. Что нужно? Картошка. Так, одна картошка. Два лука. Одна морковка, два лука. Два лука. Сыр. Ой. Классно. На вратном дадуте. Так.
на этом случае возьму. Одна и эти. А вот. Ну это ты уже с перебором хочешь брать. Давай сначала, чтобы не запутать. Ой. Ой. Да, правильно, правильно, топик. Да, это единственный сыр, между прочим, был, который это. А потом говорит, это не я. Это не я. Шепчу, что все у меня улетает. Это не я. Это не я. Жми. Не дал? Мое, у меня ничего не улетело. Да ебка, порезал надо. Ты не порезал его? А что ты мешаешь нам стоишь? Что тебе? Сыр лук. Сыр лук? Тебе нужен сыр лук? Бери, давай. Бери, беги за ингредиентами. Так, что это у нас получается? Сыр лук? Сыр... Только не жми, я иду с супом. Снова такой же, да? Что там сейчас скинешь? А, мы, кстати, можем так же оставить. Хорошо. Так, что там не хватает? Люкулю. А, так, там дальше лук, картошка, да? Угу. Картошку ты можешь дать. Значит, тарелки ты будешь приносить. Кого, куда? Когда я тебя буду пускать, тарелки будешь приносить. Какие? Вот они, вон где мы. А, ну я тебя буду сюда пускать, будешь тарелки. Зачем это? Я готовлю. Так. Так. Ну, сейчас мог бы и пустить, пока режет, я тарелки помню. Тихо, тихо, ты там сильно не развернёшься. И лук. Ой, сыр обратно. Это очень сильно. А, мить не надо. Не смей, да назад бы я привязала, когда помыли, пока ты. Уже не могу. Я лучше готовлю. Беги потом за сыра. Сыфтуй, смей. Сплав. Люк, картошка, морковка. Люк, картошка, морковка. Колей. Штраф, сейчас будет штраф. Люк. А, кольточка. Люк. ББ. Талельку мне. Да, пусти меня. Пусти меня. Так не успеет, да. Зачем ты разбрасываешь? А что так? Понятно. Вот слизи. Клей, связитесь со мной, не с ней. Мой клей! Ого, как далеко уже не открылся. Ага, они что-то мне сразу открыли. А там что открылось? Уровень. Добавочный какой-то? Нет, я не посмотрел. Там не сюда надо кидать, это уголь. Портал, заходи. Понятно. И что делаешь? Так, подожди, я смогу кидать. А, где резать? Ага, не там. Зеленый. Да. Так, я получается зеленый, этот. Вот. Что здесь? Картошки. Здесь я в красном отдавать. Вон, ну я вон сюда кидаю. Ага. Так,
нам надо. И мясо. Так. Вот тебе еще локали нужно. Аккуратно. Так, встретить. Это ты морковку запихни. Только, да. И тебе нужно картошка. Как, что тебе еще надо? Морковка? Морковка, да. Третья рука. Курица. Мальковка. Добавь это угля. Мальковка. Угля, угля. Где ведро? Ведро вон стоит, смотри, вон возле портала зеленого. Ай, не туда приехали. Скорее туда, скорее туда. Там блюдо надо было всё поснимать. Билли, снимай второй, следующий снимай. А что там дальше? Раз. Два. Картошка, если что, везде есть. Ой, блин. Мясо сюда. Картошку, морковку можешь кидать, короче, в любом случае. Тарелки. О, да, залетела. Так, потому что шифтишь и толкаешь их вперед? Здесь. Я думаю, так. Это было. Спасибо. Ты меня сейчас вытолкнул. Подожди, сюда надо еще. Вот это да. Кого? Нет! А, это с курицей тебя. Да, курица залетела. Молодец. Помогу проверять. А, что такое? Что не добавляется? Кто? Почему нельзя соединить? Потому что твой против не готовый. Что ты там наворотил? Это не я. А не шифти там на ровном месте, когда вокруг тебя кучу продуктов. Не надо там шифтить. Так, я, короче, здесь уголь оставил. Ой. Я там и оставляла его для тебя. Сейчас начну готовить, тогда закинешь. Вот зачем тут здесь кидаешь, когда можно спокойно же все отдать? Картошка. Давай. Так, картошка во все три. Морковка во все три. Картошка. Смотри. Там одна картошка лишняя, не закинем. Да? Так, потом в первую, где мясо, нужна руку. Во вторую ничего не надо. И в последнюю тоже руку тебе надо. Уголь добавь. Это дура. Что ты делаешь? Аккуратнее. Курица. Мясо. Так. Так. Картошку. Че, беги, я тебе морковку кину. И уголь подкину. Да ты чуть больше порежешь. Я уголь кидаю? Да. Привет. Красный угля оставить. Тебе тарелку принести. Прекрати засасываться. Тебя галит, там с обеих сними. Тебя галит, в обеих галит. Галит. Тебя я могу забирать?
Что там у тебя это? Галит, галит, галит. Ага, одну от них бери. Уголь пока не бросай. Тарелка возвращается. Не надо уже, я ж не хочу. Так, что тебе там надо? А, мясо? Тарелка. Вон тебе тарелки внизу. А. Я их уже тебе принесла. Так, потом другой курица, картошка. Я уголь сейчас заброшу. Еще одно это мясо. Ой, блин, да. Тарелку. Что тебе надо? Там бум-бум-бум. Зачем ты так сильно раскидал? Я ж тебе в одну подкидывал. Первую, сними вторую. Что тебе там надо? Картошка. А, всю морковь, да? Так, всю морковь. Ай, где там? Тут я, тут я, тут я. Никаких штраф. Ай, да прекрати! Вот я кальбасик, конечно. Я соль виновата, соль. Там сам. Выиграть какая-то. Тарелка. Так, курица. Картошка. Брокколи. Где морковь? Где ты противень оставил? Я сам надо будет. Тебе надо еще. Скорее. Брокколи и морковь. Я сейчас угля покину, быстрее подали. Что там? Что там, что там, что там, что там? Чего там? Последний. Туда поедем или поболтать поедем? Поболтаем, поедем. Давай, поболтаем. Поболтаем. Как дела? Хорошо. Как зовут? Как зовут? Олег. Это я, Олег. Нет, это я. Победа почти у нас в руках. Мы победили кошмарный гильотин, устрашающих печей и всевозможную ночную жуть. А да, еще пожалеть об ужасной ошибке этого турнепса. Гау! Во имя лукового королевства, вперед бойцам! Отправим этих заплесневелых чудищ в холодильник, откуда они пришли. За родину, за обе щуки, друзья мои! За обе щуки не надо, это плохо. А, ну да, это последний, получается, сторона. Тут же где-то открылся, да? Вот это. Всех шансов. А, ну мы это знаем. И кто мы? Я, может, и не знаю. Как туда подать? А, ничего себе. Оно само? Да. Пьёт меня, ничего себе. Так, другое и мясо, да? А можно я тут останусь? Давай, ловлю. Ага. Вот так вот мясо. Не мясо нужно. Только не сюда кидай. Угу. А мясо жарить, нет? Нет. Вот это потом. А. Оп. Смотри, там это, бум-бум-бум готовится, бум-бум-бум, я тут. Я тут, я тут, я тут. Ай! Ай! Ай, что дать тебе?
Ай-яй-яй-яй, я тут. Ай! Фу-фу-фу! Я тут. Тихо. Ну там наверх лети, скорей. Там сотни. А зачем я это сюда принес? Или ты это у меня выбило? Я тебя выбил. А, у нас одна тарелка всего? Вот они, тарелки. А, фу, блин. Я в шоке с вас, людей. Короче, надо сейчас нарезать. Так, вот мясо. Ой-о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 й. Мясо, привет. Надо, давайте там нарежем. Это у нас это... Тарелки у нас отсутствуют. Блин, надо нарезать, чтобы не это, аккуратнее, мы ж не успеем повсюду ездить. Я ж не бишев там, и там было тяжело. Там было тяжело. Так, морковки. А, ты делаешь морковки, да? Креветки. Креветки. Просто, чтобы были начищены, нарезаны внизу. Где там это? На самом деле надо бы давать. Это это. Угу. Морковь. Ой. Ой, их тут можно внизу держать, чтобы потом поставить. Противень мешало. Да и мешало тут набирать. Если два ингредиента не получается с собой забрать. Ого, все тарелки. Тарелки. Так. Наверх. Вот эти три эти. Три. Вот. Все три эти успеем. Четыре. 893. Это три. Так, вроде, да. Так, сейчас он там откроется? Нет, а. Дополнительный уровень. А? Ну, дополнительный уровень какой-то. Раз за награды. Сюда нам? Угу. Сюда? Рядом. Да под... Что ты делаешь? Прекрати. Давить их надо. Так. Ага, открывать, ну. Так, рис, вода, рис. Где резать? Ага. Так, мясо. Раз, тако. А мясо жарится на тебя. Тако можно сразу на тарелке. А, ну да. Сейчас продолжу плыть. Жарить. Так, только не это. Ничего не чиним. Как-то ничего, вот. У нас тут яблоко. Нам 200 надо было. У нас яблоко. Перетерпели бы. Она сильно же бьет. Яблоко с грибами надо. Что ей не хватает? Там тарелки. Пицца и тарелки. В яблоку. Тарелки не снят. Вот так сейчас. А, ты уже нашла? Нет, я этому яблоку.
Открой, 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 открой эту штучку. Это тоже умеешь, вот не тебе. Нет, нет, мне нельзя. А вот почему теперь можно? Курочка. Со всех сторон рис, со всех сторон рис, со всех сторон рис, со всех сторон рис. Там жарить, может, что-нибудь. Не знаю. Курица, курица, курица. Да не, давно бы что-то там было и то, и то. Курица, 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 мясо, 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 мясо. Так. Верхнему, верхнему. Которому из. У меня не мясо сейчас. Курица. Так, еще мясо. Так, так, на. Там можешь сковородку прикрутить, вместе будет. И жарить, и это. И жарить, и варить. Ага, варить. Раз. Все три грибы. Внизу смотри. Что означает там плюс? А, это сейчас огород. Грибы, 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 риса туда добавь и отнеси яблоко. Еще с грибами. Грибы готовятся наверху. И рисы, грибы, и рисы, грибы собирай сразу, да. Это есть. Курица. Зачем тебе мясо там курица? Курица и курица. Нет, там грибы у этого. Ну, там вон две наверху курицы. Вон. А, это грибы внизу. Куда? Нет, куда? А, это я думал, что тебе куда отдать, чем они так вот. Там близ. Грибы. Куста. Грибы. Грибы наверху. А которое мясо есть? Или что-то есть? Грибы нужны, другому курица. А курица? А, готово. Грибы, но грибов не готово. Вот
грибов, готовых нет. Нет, куда? У нас грибов готовых нету. Сюда плавный так. А, куда грибы? За... Да зачем? Это было для грибов, Валентин. Это готовое блюдо было для грибов. Все ж было готово. Вот так, полюбил. У тебя там горит, горит. Зачем? Я тебе говорю, не делай ничего. Нас курицы даже сейчас нет. Хватит воровать! Да тут уже 500 лет стоит, мы никак не уберем да, его. А этого не жалко, он что этот, не жалко? Его... Доходяга хлебная. Я уже столько раз ему, я горит рис. Я уже столько ему этих делаю, он все ворует и ворует, ворует и ворует, ворует и ворует, ворует и ворует. Это хлебный доходяга. Он нормальный. Он не опасный. Все, он куда-то кидает. Печально. Опасный он. Не опасный. Опасный. Ну все равно всех надо. Это я не рис, будто ранить. Нет. Не готовый рис? Чего будем быть готовым, если ты... Чё ты там скут? Зачем ты курицу туда взял? Ты же сказал, с курицей стоит. Курицу сдала я уже. Я же тебе потом сказал, я уже сдала. Нужны грибы и мясо. Вон туда отнеси. Я думал, ты мне тарелку хочешь дать. Да чего бы? Грибы, грибы, грибы. Это последний? Это нет, еще один. А, волна целая. Чем ты хватаешь? А тому, тому тоже грибы. Чем ты так уж сейчас отнес? Она нам не нужна. С чего бы? Может, нельзя огня тушить? Я тебя в токе. Что он делает, непонятно. Грибы. Куда ты это все носишь? Я же на серединке все оставляю. Принеси, носи туда ингредиенты. Дальше все разберем. Теперь рис. Вон там рис ты готов смотреть. В серединке у тебя рис горит. Я сейчас возьму, не горит он, паникует. Горит. Путя, горит. Наш сразу не играет, а время. Нету там никакого времени. Собирай аккуратней, ничего не путай. У тебя горит посередине. У тебя горит посередине. Так, два яблока, да? Тарелки там и две. Грибы. Куда ты грибёшь? Зачем ты это схватил? Как надо. Надо ему.
этот исчез, а тот еще два раза. Думаешь, мясо будет? Нет, нет. Как мы видим, потом порвали. Нет, курица. Ошибся. Я по курицу и мясо. Я себе. Понятно. Я, может, вот так хочу. Сейчас он как убьет нас, как убьет нас, как убьет нас. Успокоился. Там супер мега босс. Не знаю. Че говоришь? Не знаю. Чё? Когда босс? Ууу, 6 волн. Пицца. А сколько тут зависит? Так. И... Нет, чтобы не случилось, нет, 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 деньги не тратим. Курица. Что значит, чтобы не случилось, деньги не тратим? Открываем эти. Курицу. А, сначала мне здесь открыто будет. Режь вот эти вот. А, таким видим. А, я уже потратил деньги. Ты можешь... А, я уже тогда. Я могу. Сколько не тратить деньги? И так уже это... Зачем? Потому что все плохо. И сосиски. Но они же не выйдут. И помидорку и сосиску. Помидорку и сосиску. А вот. Так мы проиграем. Сюда, вот сюда. Помидорку и сосиску. Помидорку и сосиску. Пизля деньги потратил. Это она сейчас закончится и ничего страшного. Куда? Куда? Куда ты помидор добавил? Не смей сейчас вот теперь туда добавлять. Я в соки и рис. Только не добавляй туда пока сосиски. Эти так же, как его взяла, починила чем-то. Потому что плёхо всё. Если не сомневаться, плохо будет. Так бы я сейчас бы уже оп, здесь ему пройти бы. Сосиску туда добавь. Вот и вся оттенить надо. Не надо. Пусть сломает. Он не так много наносит урон. Яблоко? Много наносит. На 7 я не спорю. Но... А мы могли бы уже проходить. Да один удар. Это ж яблоко, ему нельзя позволять. Сколько там? 200 там открывается. Эту? Да. Тут за 100. Там починить нам. Очень там. Ты сюда вот к нам. Давай тесто. А? Тесто, тесто. Вот. Тесто, вот, да. Вот. Я же не могу взять. Вот совсем. Добились. Вот цвет. Он убежал. Второй. Вот так. Медовый цвет. Так я хотел это... Перцу дать. Что сюда надо? Он... Ну, сюда... У нас вот сейчас ты купил, а чинить-то нечего. Они сейчас все будут урон наносить жесткий. Вон, смотри, надо сюда нести. А не туда надо нести. Потому что не надо эту фигню покупать от первого. Ты плохо стратегия, ты пупси. Нас сейчас убьют. Да. Просто я кучу теста делал, а других ингредиентов у меня не лежало. Это никак не влияет. Нам нужны баррикады. Это не так, да, нам и голые и сосиски они поделали. Ладно,
Яблоко вот давай. Ой. Кому яблоко? Вот яблоко, вот дай это. Не могу я туда подать тоже. Это яблоко тоже. Яблоко, мне надо срочно чинить. Они нас сейчас убьют. Нам не надо было ничего покупать. Да, да, надо было раньше купить. А так, пока я туда-сюда бегал, уже много очень времени прошло. Ничего не правда. Нас просто сейчас убьют трое. А вот послушались, и все нормально было. И сейчас надо было не яблоко отдавать, а вот этим, чтобы они исчезли на время. Яблоко же много дает. Ну, на время. Вот, вот просто... Вот, смотри, не надо, не... Значит, нас вот, бы еще раньше убили бы, да? Вот я пока вот так вот вокруг все бегу, вот серьезно тебе говорю, не отдавай, и просто сразу... Ничего смотри, тесто, помидор и сыр сразу давай. А так здесь, нет, ну, не ложи столько теста. Я не ложила столько теста. Здесь все в тесте неправда. Было. Там было тесто ровно, но ты его сначала курица, не заметил, курица. И она так и лежала там до конца. Оно просто там до самого конца лежало. А потом такой, ой, я не заметил, ты так сказал, так что не надо. А тебе полезное тесто? У меня спрашивают, вон то, да, отлично. Я вот так вот два теста сделал и собрал. Все тесто порезал и стоишь, собираешь потом. Там попробуйте. Хорошо. Нас уже он тут, смотри, перед. Ну, не страшно. Да ничего нас не страшно. Страшно это все. Это все страшно. Курица, курица, курица. Бери. Ну, скорее, сейчас все будет пить и все. А ты ж не хочешь купить? Ты посуду мне не поставишь. Вообще не тарелка просто. С таким же успехом к нам приходит. Все совсем. Там совсем далеко не есть. Тесто с курицей. Давай, что надо. Сыр. Ну, забаррикадировать эту часть тут можно им? Да. Я не спрашивала, я сказала, что ты сделал. Бабок нет, бабок нет, бабок нет. А что ты стоишь? Ты можешь побежать и положить же. А, ты там тоже купила? Я не увидел. Кому это? Курица ему, да. Ой-ой-ой. На нижнюю. Вот здесь-то я взяла. Ой.
там сосиска стоит. Мы надо делать. Совсем и у соседки у нас. А тут тоже совсем. Ты через эти просто кидай мне. Сосиска делается. Да, надо подождать, чтобы там появится. Так, появился просто тройной. И еще один просто тройной. Так, мне сейчас надо подавать яблоко, но... Не, лучше отдай перца. Нет, это за быстрых удары. Мы же не знаем, что ему еще нужно. Да, ладно, сейчас. Здесь. Угу. Не знаю, зачем ты так это куда? Я же там буду и буду. Такой же. Тесто, не тесто. Тихо, тихо. Заделать. И там заделать, и тут. Какие места приведут, ладно, я сразу. Ничего себе, тут разошлись. Курица, курица. Мне через все бросает. А, теперь простые будет. Которые страны может давать им. А почему ты что-то нравится делать? Это там перцы. Ага. Тихо, тихо, на меня. Яблоко проверяет. Так, это яблоко, да? Вообще перцы, ну ладно, два яблока. А, еще одна такая же. Сейчас один. Ты ж не забиваешь все в одну. Типа, я ж раскидываю на несколько. Курица, где там есть? Может, курица надо? Так, эту тройную кому? Это яблоко. Или перц? Яблоко, яблоко, надо больше рано. У меня нет тарелок, тарелок, у меня нет тарелок, у меня нет тарелок, 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 тарелок. Сейчас будет пустить нас, сейчас будет нас денег. А, у нас денег нет. Нету, а ты что думал? Скорее тарелки. Уходи, уходи. Забей по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нету больше, отнеси. И тут, по чуть-чуть. По досточке, по досточке, по досточке. Досточки, по досточке. Я мой, 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 мой. Так, одному крутится, другому простому. Тарелки, тарелки, у меня нету тарелки, тарелки, тарелки. Так, это... Да, это простая, да.
Скорее, как будто и нас не успели добить. Скорее, сейчас я отдаю. И заделывать сразу надо. Потому что ты нас не добил. Выкинула мои тарани. Ой, я просто первый выкинула. Не знаю, куда что-то приходит. Там уч курицы. Курицы, курицы, тебе надо курицы. Курицу, курицу, точить, тебе запасы. Нет, посуду. Не посадка, курицы. Ага. Сосиска делал? Да, он стоит. Пошли, я говорю, какой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сосиска. Куда? Так, тут опять сосиска и сосиска. Я это... Так, где яблоко, если что, потом... Где сосиски, книжки? Это делать просто простые просто ладно будет. Посуду забери там это. Чё, угу, я говорю, горит. А. Это они оба слишком. Ну, этот построй, построй, построй ко мне. И вот там давать, построй. Так, простой и сосиски. Вот, 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 вот. Давай заделывать. Заделывать, я буду съедение. Так, у меня вот это мы сделаем простую. Я заделаю, я заделаю. Ты их не пропускай, они ж нас убьют. Я их пропускаю. Если каждый из них вот так делает, они нас убьют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, посуда нужна срочно, 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 посуда нужна, чтобы хотя бы одного яблока убрать, а потом второго. Верхнему я давал. А вот это, вот это, вот это, он нас уже убивает.
А он еще и не все, ему сейчас курица. Я же говорю, я верхний убивал. На него сейчас как раз готовится. Скалей, скалей, скалей. Там чуть-чуть доски поделать. А, курица. А. А мне это не готово. Это кому? А, это этому сосиски, mm-hmm. Тому спирику. Ладно, тот, который сосиски, я отдаю. Это второе его блюдо? Нет. Там надо заделать срочно. Бей, заделывай. Так, с курицей обоим надо, да? Посылай, посылай их и... Так, курицу я вижу. Так, давай скорее любому второго заделывать надо. Ты... Вот это прям почти уже был тут. На, нет. Ай. Сыр, сыр. Дай македи. Посуду. Тарелку, 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 тарелку. Скорее, шти. Было сложно, мы почти умерли. Сейчас оно все выбьет. Не, не успеет, я думаю. Тебе просто вначале надо было не ставить на эту, на эти... Да, сразу туда мне кидать. Оно вот тут и не кидается, надо чуть-чуть на сторон подходить. Смотри, помидоры и сыр по-любому идут. Ну, а вдруг нет? Да, все время я себе так кидаю, все нормально. А вдруг нет? Че, все что ли? Да. Да. Сколько тут? А, тут без разницы. Как раз. Подожди. О, что это у него тут? Это наш день. Гау! Похоже, орда наелась до отвала и отправляется по домам спать траву. Мои отважные гурман, ваша бахвальная взаимовыручка снова спасла королевство. И моя репутация тоже спасена. Теперь все знают, что я великий, вдохновляющий, смелый. Гау! Старый глупый луковый король с чудесными умными друзьями. Гау! Знаю. Мои превосходнейшие повара, мы перед вами в долгу, и наше королевство к вашим услугам. Готовьте сколько душе угодно. Ах, как же хорошо снова быть дома. Да. Ясно, у вас тут туса тухлая. Так, сколько нам еще осталось? 4. Да, вот это. Понятно. Всем пока-пока.